которые, ну, достаточно много матчей провели и на достаточно высоком уровне. То есть заставить их ошибаться регулярно будет проблематично. Это... Вот пункт номер один из того, что необходимо обязательно. Тайрейти, да. Про его бросок сегодня говорили так немножко снисходительно. А он мало вероятно, что ему успели передать. Тем более, что мы в комментировании записи совершенно точно не успели знать. Да, здесь не стал ничего выдумывать. И, кстати, огромное дело для Локомотива. Да, мы видели, чем закончилась первая заброшенная шайба Спартака. И здесь Тайрейти шайбу перехватил в средней зоне и как раз выдумывать ничего особо не стал. Была возможность накатиться, вложиться и попал здорово, мы видим сразу вон. Очень хочется, если есть такой повтор в Ярославле, какой-то повтор относительно ворот сориентированный. Ну вот может быть хотя бы здесь. В ближний угол над ловушкой. То есть мы с тобой... зашла.